естественно, что много русской музыки звучит на конкурсе, и, возможно, это одна из труднейших его задач. Нина Раутио, солистка Ленинградского малого оперного театра, пела романс Чайковского очень прочувствованно и наполненно. Была ли она довольна? Сомневаюсь. Но публика и мы, скажу вам по секрету, заслушались ее самостоятельным, искренним исполнением до последней нотки знакомого романса.